куда мы едем. Мы едем на танцы. Идем. Пока едем в лифте. Снова потом танцы. Пойдем, да. Те танцы были у нас на конкурсной основе, конкурс будут проводить, а это у нас просто выступление. Нет, да, опять у нас конкурс, только ступинская мозаика. То была ступинские звездочки, а теперь ступинская мозаика. У нас, кстати, дождь на улице. Я круто. Зонтик больше, чем мы все. Давай, взятые. Одни зонтики. Все опять такие одетые, красивые, как обычно. Вообще-то нет. Ну так, две капли только. Надо закрыть, подержи. Я, кстати, искала вчера место, где можно закат посмотреть, чтобы было красиво. И знаете, что я поняла? Что красивых закатов, походу, кроме Москвы, нигде нет. Вот просто. И хотят смотреть эти закаты только в Москве. Больше людям нигде не хочется смотреть закаты. Москва и все. Здесь я просто даже не знаю, везде дома, 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 куда здесь выйти в Ступино, чтобы посмотреть закат, я даже не знаю. Если вы из Ступино или были хоть раз здесь, то напишите, где можно посмотреть закат. Ох! Это Волга. Вы бы видели, как мы сегодня собирались. Ну, по крайней мере, не я, а ребенок. Это опять, я даже не знаю, как сказать, Мордор. Крутить хвостик, брызгать хвостик. Все из этой комнаты поубегали, потому что, ну, это просто потравить тараканов называется. Причем это все делается почему-то с закрытыми окнами. А ну, потому что ребенок раздетый. Сидит раздетый ребенок в одной маечке. Какое мы ребенок здесь окно. Я думала, здесь митинг какой-то, а здесь мальчик просто привлекает публику в магазин. Что-то он перестал резко кричать. Моя лужа. Твоя лужа, иди. Иди давай в лужу. Ребенок, скажи, ты волнуешься? Да. Очень. Ну да по тебе не видно, что ты там волнуешься, брехуха. Так, а выступать здесь будут или где? Вот дворец, мы уже рядом. Здесь всего лишь два шага, но мы собирались два года. Истинные женщины. Муж уже там пытался выпроводить. Когда вы уже уйдете? Три девушки. Собирались на танцы, а ванна одна. Да, ванна одна и три женщины в одном помещении. Это туши свет, кидай гранату. Это утром не успеваешь в туалет. Если ты проснулся и хочешь в туалет, то это нереально. Просто смирись. Смирись с тем, что ты обделаешься. А если еще, как вчера у нас банный день был, у нас редко такое выпадает, как-то все в один день купаются, но вчера вот попался такой день, и, о боже, я, наверное, вот как раз вчера чуть и не обделалась пару раз. Вот мы и пришли. Да, вот он, дворец. Зонтик какой? А мне Лина, зонтик. Ходили в поисках туалета. В итоге нашли. Вот счастливый ребенок. Счастье полное, что ли. Иди вытрушивай. Куча зелени. Разбор костюмов.
Конечно, хочу. Мы идем за горячим шоколадом и на улицу, потому что здесь душно. Пришли просто потому что они потеряли. Я думаю, да, все понимают, как родители на всякие подготовиться, в общем, как все сцены, они знакомы. Но все равно репетировать, да, нужно перед концертом. Я не знаю, как ребенок волнуется. Сидит, кривляется. Я уже, наверное, там раз 10 в туалет бегала. Да нет, я в таком возрасте даже волновалась, так что это от человека зависит. У нас есть без аппарата. Возьмем горячий шоколад. Горячий шоколад? Да. Что такое делать? Надеюсь, он работает аппарат. Работает, вроде умирает. Я вот просто бывала, что тоже не знаю. Я что-то думала. Чуть-чуть не дают, немножко не хороший аппарат. И у меня возник палец, потому что не затянуть надо туда. Я затянула палец в аппарат. Я слепала первый палец. Большой сердце засунуто. Ноги. Средний. А, ну вот поэтому. Покажи ты кому-нибудь средний палец и скажи, куда идти надо. Сейчас засунуто вот на низ. А вот засунула. Понятно, что аппарат воспротивился. Кому это хамка? Ты чего? Ты так молоко без кофе. Взяли молоко без кофе. Кофе можно, вернее, шоколад добавить сюда. Можно отдельно? Нет? А, ну там чай. Может быть это просто белая пенка такая? Нет. А почему? Это же шоколад. Да, шоколад? Я буду пить молоко. Подожди, давай. Горячее. Давай буквально кофе возьмем, без молока. Я кофе не буду. Добавить сюда. Я даже, это же шоколад, а это кофе. Мне надо ему перейти, будет колбаса. Возьму другой стакан. Да, возьми шоколад. Может быть просто... Я думаю, если даже шоколада так нет, то... Короче, если шоколада вообще нет, то даже просто шоколад, то я что-нибудь не буду. Давай попробуем. Да, ну что, гоните? Идет загрузка. А что? А здесь без шоколада сделаю. Мы до этого нажимали шоколад с молоком, 40 рублей стоит. Нам налили молоко просто, пейте. Очень кризис какой в стране. Отдельно шоколад нажали, просто шоколад, 35 рублей стоит. Вот он нам все равно загружает. Ну, просто думали, может быть шоколад, они перешли проверить. А мы сейчас поделились. Понятно. А, где молоко? Блин, да, третий стакан нужен. Посмотрите, шоколад. Это просто вода. Ты воду пьешь горячий. Мне хоть молоко достать. Мне не нравится здесь. Здесь нас не накормят. Возьми себе кофе. Я просто кофе не буду, я буду молоко сёрбать. Все, кофе у нас оказалось, к счастью. Да. Видите, разводы такие, какашечные. Ребята, но стакан горячей воды 35 рублей. У меня хоть молоко порошковое. Подожди, стакан 10 рублей. Вот эта ложка 10 рублей. А вода 10 рублей. Опять рублей за услугу. А у меня, кстати, и не полный этот стакан. Я еще даже не пила. Короче, попила. Устала и стоит женщина. У меня руки заняты, камера, стакан, который пустой просто. Я два раза открывала двери, два раза разлила все нафиг. А, пар идет. Блин, дождь идет. Вот как все, вот всегда так, как я начинаю снимать на улице, так дождь хренячит. А пахнет шоколадом. Главное, что пахнет. У нас такой тут... Да блин! Стоять! Посиделки такие, знаете, как в детстве были. Там стаканчики, бутылки не хватает еще. Но у нас, увы, кофе с молоком. Да? А у кого просто молочко? За здоровый образ жизни. Я вас под зонтик спрячу. Сама подальше иду. Такая у меня посредине лица палка. А чё, как бы, не научилась до сих пор снимать. В этот раз, да, очень много людей. Больше, чем было даже на том выступлении. Там было 3 калеки, 2 чумы. Ну так, чисто пару родителей каких-то пришло. Даже на первом выступлении просто трудно. Ну, первая репетиция была генеральная. Эта сестра ходила, я без неё... Вернее, она без меня была. А сейчас я решила, что смысл. Просто не продохнуть. Да, сейчас много. 40... Ну, надеемся, сколько что... ты сказала? 40 выступлений? 40 номеров. Ну, 40 выступлений будет. И
Это капец, я вообще в шоке. Я надеюсь, что все-таки впереди нам где-то мест хватит. Да, сомневаюсь я в этом. Я сегодня обула такие на каблуке. Покупала давно еще в Воронеже, если помните. Решила на каблучке их напялить. Потому что дождь на улице, и прошлые мои ботинки почему-то промокли, хотя они совершенно новые, и я их одела буквально первый, да, или второй раз. Ну, даже первый обувала.